Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. У нас с тобой 9-й день, забираем 275 цветочков Фреи. Так, это хорошо, в копилочку все это полетело. Это мы закрываем. И ту-ту-ту-тумс. И у нас Беззубик. А что принес? Ну-ка. 1 миллион древесины. Так, слушай, а тут яйцо. Купить за 60 рун, а у меня даже нет столько. Да и яйцо мне это, честно говоря, не нужно. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой сразу же откроем колоду загадочную. Давай. Удиви меня. Так, бонус наездников. Так, а теперь начинка. Шторморез, крылатый ужас, водорез и куча-куча ресурсов, да? Окей. Так, друзья мои, у нас сегодня было обновление, причем прилично. Интересно, что они добавили, а? Пока я ничего не вижу. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, еще один пак посмотрим. Ага, вот этот. Ну что же, монеты Одина 9 штук по стандарту. А здесь... А здесь опять просто ресурсы. Да, что-то давненько нам не выпадали дракончики. Ага, ветрокрыл у меня прокачался до 43 уровня. Это еще не предел. Пускай идет дальше. Прокачивается. Здесь у нас, как ты видишь, 3 дня 16 часов еще будет созревать это яйцо. Так, кревет. Ты готов? Или не готов? Ну, понятно. Твою же дивизию. Чего он так долго прокачивается и так нудно? Давай лети, учись уже. Ну а ты? Чё ты тут у нас уселся? Давай лети. Так, друзья мои, он пошел прокачиваться, и в следующей серии он получит уже 60 уровень. И того у нас будет, сейчас я тебе скажу. Итого у нас будет 6 драконов из 8. Вот так вот. Ну что же, это будет хорошо. Так, отдавайте мне бревна и летите за следующей партией. Так, Костолом у меня получает 37 уровень. Давай прокачаем его до 39-го. Здесь заберем с тобой блестящий янтарь. Зеленая смерть. Что нам принесла? Как всегда, сломанный меч. Отправляем ее дальше на поиски. Так, здесь я, наверное, открою пак, да? Ареновский, он созрел. Поэтому мы можем спокойненько его открыть. И активируем последний. Ой, зачем я нажал сходку? Тихо, 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 ребят, зачем? Не надо спешить. Давай-ка все по порядку. Фух. Так испугался, как будто, я не знаю, как будто что-то проигрывал. Так, вот этот топорик я, пожалуй, возьму. И вот эти вот яблоки тоже возьму. Окей. Так, дальше мы здесь с тобой посмотрим, что дневная фурия ничего нормального нам не притащила. Тогда мы заберем с тобой руны. 100 штук. Прекрасно. Так, дракончиков, наверное, мы с тобой отправим по-бренькому, да? Дальше путешествовать. Осмотреть острова, да? Идите осматривать острова. По Шурику. Так, Кривоклык. Что-то нам здесь... Понятно, шестеренки. Иди помогай. Бесплатно. Само собой, друзья мои, они все будут мне бесплатно помогать там. Изучать, смотреть, наблюдать, проверять. Давай в горы. Опять же, бесплатно. Так, ну что, дракончиков мы с тобой отправили, да? По делам. Янтаря у меня нету. Давай посмотрим почту, вдруг что-нибудь нам прилетело. Нет. Кроме ресурсов, ничего там пока не лежит. Слушай, а у меня академка пустует или нет? Сколько там учится? Ага, она забита полностью. Все, я понял. Так, родной, у тебя какой там уровень-то? 51-й. Угу. Святилище Валки занято. А кем? А занято оно креветом.
Слушай, 1000 надо всего лишь, 1000 рун, чтобы открыть еще одно место для прокачки. Надо будет в дальнейшем это сделать. Так, ну что, друзья мои, тогда мы быстренько с вами переходим в ранний доступ. Ну, это для меня ранний доступ. И нужно нам пройти сегодня вот это вот событие. Готовь сани летом. В прошлой серии мы с тобой начали готовить эти сани, и вроде бы неплохо получалось. Так что давай сегодня тоже не подведем. Кстати, по поводу черепашек-ниндзя. Ребята, в понедельник, я не знаю, что случилось, только я вскрыл пак за победу, да? И все, ребята, и запись на этом прекратилась. Поэтому, грубо говоря, у меня буст просто сфейлился. А сфейлился на том месте, когда я всех моих подписчиц, то есть девочек, женщин, девушек, начал поздравлять с 8 марта. Ты представляешь? Это вот в честь праздника вам такой вот облом с моей стороны был. Так что, друзья мои, сегодня будет серия, но, к сожалению, уже без буста. Да. Так, ну ладно, это было такое небольшое отступление, потому что драконы выйдут у меня первыми, а уже после них выйдут черепашки. Ну что, давай мы с тобой будем атаковать. Тут 14 уровень, в принципе, для нас это изи. Бомбим. Кусаем. Так, и хвостом. Ну, это ерунда. Сколько здесь? Кстати, здесь всего лишь 2 волны почему-то. Там было 3, а здесь 2. Так, здесь у нас с тобой... Ё-моё, вот этот вот опасный типок. Его надо как можно быстрее разобрать. А у нас не получается его разобрать быстро. Почему? Потому что, ребята, он зеленый. Но мы можем сделать вот так. Мы можем его взять под свой контроль, да? Если он вдруг будет бомбить фаерболами, а он наверняка будет, то уж лучше пускай по своим, чем по нам. Ну давай, давай, давай. Что там? Вот, правильно. Бомби своих, чтоб чужие боялись. Так, надо куснуть его здесь. Так, злобный змеевик. Ё-моё, кому достанется? Это плохо. Это плохо и больно, ребят. Главное, что... Ага, промахнулся. Так и надо. Ну? По-своему правильно, так и надо. Так, ну что, мы, наверное, будем... Тут не угадаешь, кто будет, ребята, ходить больнее, да? Давай, наверное, мы с тобой все-таки змеевика добьем, если получится. Ага. А теперь давай, наверное, баньки их отправим всех. И злобный змеевик, скорее всего, у нас сейчас погибнет. Да. Так, теперь, наверное, будем все-таки брать вот этого. Ой-ой-ой, я зря его разбудил. Ребята, зря сейчас фаерболы. Ай, как же это было, бобо. Серьезно тебе говорю. Мы можем хильнуться, кстати. И добить. Вот так, а этот пока спит. Мы с тобой, наверное, успеем накопить. Нет, не успеем. Но он нам тоже ничего не сделает, потому что разбег у него действует только с 4 энергий. А мы его потихонечку с тобой будем разбирать. Окей. Теперь берем, просто действуем на него слепоту. И все. Этот парень... Да ладно, успокойся, Костолом. Все, остыл. Вот теперь получи и распишись. Так, добивочный, кусай. Фу, ну что я тебе скажу, неплохо. Первая каточка и первая победа. Ну что, теперь давай крутить колесо и надеяться на лучшее. Ну давай, давай, нет, чтобы вот на паке остановить. Нет, надо вот тут обязательно было промотать, а? Ну а здесь? Ну, здесь понятно, опять древесина. Ну, 13,5 миллиона, то есть немало. Так, и мы с тобой идем уже к боссикам. Раз, два, три. И, кстати, после прохода мы с тобой получим 100 рун. Надеюсь, мы здесь справимся. Да, по идее, должны. Кто здесь у нас? Душитель и Громорок. Ну, естественно, начинаем с Душителя. Как говорится, принципом мы с тобой изменять не будем. Так, тихо-тихо-тихо, что он там? Вот как он решил, да? Это, кстати, зря он так решил. Мы его сейчас быстренько с тобой ушатаем. Ё-моё, я думал, что добьем. Не получается. Так, ну что ты там? Понятно с тобой все. А ты? Ух, и не попал даже. Ну тогда пока.
Увидимся в следующей жизни. Так, ну что, Громорок, ты уж извини, придется тебя здесь нахлобучить. Это, кстати, первая волна, а у нас их три впереди. Так что, друзья мои, не расслабляемся. Кусаем. Атакуем. Хвостом. Так, что он там будет делать? Понятно. Давай, наверное, будем уже добивать его. Так, друзья мои, вторая волна здесь у нас... фиолетовые и красные. Фиолетовые и красные. Давай, наверное, с красного начнем. Да ладно, вдвоем что-то будут ходить. Упс. Так, секундочку. У нас, значит, получается, что фиолетовые круче красных. Круче, да? Давай я тогда вот так, наверное, все-таки сделаю. Пускай он бомбит своих. Кусает там, что хочешь делает. Мы еще даже поможем ему, да? Маленечко. Вот так вот, по тебе лучше бомбанем. Так, секунду, ребята, вы что делаете? Эй, барсика не трогайте мне. Так, давай своего же. Этого теле бомбит. Что сделать-то? Давай, наверное, так. А теперь добей, пожалуйста. Так, ну что? Твою же налево. Уничтожили мне барсика, ты представляешь? Вот так вот. Ну что же. Блин, надо было этого брать под контрольку-то. Ёлки-палки, он же уровнем повыше, поэтому и урон у него был бы больше. Ай-яй-яй. Опрометчиво с моей стороны. О, он даже промахнулся, прикинь. На тебе. Аглоедушка, получи. Так, ну что ты там? Что ты там думаешь? Не повезло. Не повезло пристеголовому. Ну, а мы добиваем. Так, вторая волна. Точнее, третья, ребят. Третья, конечно. Что у нас тут? Ёлки-палки. Два мини-босса, кстати. Два мини-босса. У нас с тобой есть вариант. Если я сейчас, например, пропускаю, да? Ход. Ну, например, не делаю вот этой штуки. Я сомневаюсь, что у меня он выживет. Сделаем, наверное, с тобой вот так вот. Сделаем с тобой вот так. Сделаем укус. Давай сюда. И после этого мы сделаем с тобой заморозку. Что это там? Нифига. Воу-воу-воу-воу, тихо. Усилил, ты прикинь, он усилил себя. Это очень плохо. Так, будем, наверное, с тобой бомбить шепот смерти. Почему? Потому что, друзья мои, на третьей энергии он нам может сделать суперудар. А я не хочу лично получить от него плюху. Не хочу. Блин, этот проснулся. Ну-ка. Молодец, ветрокрыл. А этот-то проснулся, у него усиленный урон. Сейчас, наверное, как звезда... Че он чудит там, а? Ну, а ты че? Понятно. Так, ребята, раз этот у нас с усиленной атакой, пускай он и бомбит своего кореша, да? Ну-ка. Прекрасно. Так, а этот что? Блин, сейчас будет что-то болючее. Ё-моё, вот это да, ребята. Вот это он сделал пакость. Так, ну что, ребята, мне придется тратить энергию. Я просто не переживу этот бой, если сейчас не сделаю. Хотя, постой. Давай вот так вот, наверное, сделаем для начала. Раз, сейчас посмотрим, сколько он бомбанет. Он усиливается, так, усиливается. Стоп, погоди, а с какого фига ты второй раз ходишь-то? Не, ребят, тут я не переживу, надо применять. И вот так делать. Ёпаста, зачем ты, что ты делаешь? Я же... Ребята, вот хочешь верь, хочешь не верь. Я вроде бы наж... Ну это пипец. Ты прикинь, это я слил энергию и просто укусил его. О, я глупее ничего не делал и не видел. Вот так вот с фейлицы. Мало того, что я потерял энергию, да, отхил, я потерял еще попытку. Жестко, ребята.
Такой глупости я давно не делал. Вот серьезно говорю. Мне аж прям до трясучки, если честно. Как так надо было чудануть, а? Ну вот как? Ну нарочно не придумаешь, серьезно говорю. Ладно, давай попробуем теперь идеально пройти. Идеально. Это не про меня, по-моему, да? Так, если мы с тобой душителя сейчас уничтожим, как можно быстрее. Ай-яй-яй, Барсик, плохо ты делаешь. Так, понизили нам броню. Окей. Так, уничтожаем. Теперь будем хиляться. Норм. Громорог особого такого ничего нам не сделает. Он идет как бафер в основном, да? Насколько я помню. Поэтому давай его просто таранить, бомбить. Ну и хиляться по возможности. Так, ударил. Кусаем и добиваем. У нас с тобой полная шкала энергии. Так, здесь меня раскурочили. Здесь меня раскурочили. Причем вот эти вот голодранцы. Ладно, погнали. Так, это терпимо было. Вот, начинается у них, короче, вот этот бзик. Давай сделай вот так. Пускай он атакует своих же. Мы ему, естественно, будем в этом деле помогать. Окей. Так, сейчас опять будет атака. Здесь понизили броню. Промахнулся. Вау. Так, ты добивай своего кореша, надеюсь. Блин, это плохо, ребят. То, что он сейчас сделал, это плохо. И это он будет ходить сейчас. Ё-моё. Неужели опять по этому достанется? Оу, слушай, это что-то с чем-то, ребята, он промахивается, прикинь. Он просто промахивается. Ну тогда все, это наше спасение, я тебе скажу следующее. Так, он сейчас будет его бомбить. Блин, он не то делает, что... Что хотел я, он не то делает, ребята. Так, ладно, смотрим. На самом деле, мне бы надо хильнуться, иначе... Иначе будет крышка. Ну, давай, наверное... Вот так вот сделаем с тобой. Бомби своего-то. Да чтоб тебя. Ты посмотри, что он творит. Придется добить его тогда. Упс. Так, спокуха. Спокуха. Минус. Так, что он будет делать? Да, по-моему, он ничего пока не будет делать, а мы с тобой просто будем хиляться. У него запрет, ребят, стоит. Он может только кусать. Так. Блин. Давай, наверное, хильнусь. Блин, а он там свой суперудар тогда сделает, да? Хотя нет. Ничего он не сделает. Так, друзья мои, вот она последняя волна. Как-то нам тут нужно с тобой, я не знаю, выкрутиться из этого положения. Так, шепот смерти первым будет у нас на раздаче. Вот эти, конечно, мощные, ребята. 15-14 уровень, плюс вот этот вот баф, который они делают. Что, вдвоем? Нет, не вдвоем. Так, мы можем сейчас сделать сон. И это будет правильно. Давай-ка мы их усыпим. Так, шепот смерти погиб. Продолжаем вот здесь. Кусаем. Так, атакуем. Этот пускай спит. Окей. Так, что он будет делать? Кусать. Нормуль, это терпимо, ребята. Теперь мы с вами делаем вот так. Сейчас этот, в принципе, должен ударить. Ну, давай. И добить. Красиво. Так, и теперь мы продолжаем. Продолжаем атаковать. Так, сейчас будет что-то очень-очень болючее. Ты серьезно? Ой, парень, парень. Все, крышка ему, короче. Все, ребята, вот так вот надо было и в тот раз сыграть. А я, видишь, растерялся. Так, крутим колесо и смотрим. Давай пак. Блин, или плод мудрости на худой конец. Это древесина уже.
Запарило, серьезно тебе говорю. Опять, да? 7,5 миллиона. Не, чтоб прилив сил мне дать. Так, ну что, друзья мои, мы забираем с вами 100 рун и переходим вот сюда. Вот сюда мы переходим, здесь мы боремся, потом перейдем сюда. То есть в любом случае нам не хватит с тобой. Не хватит энергии, чтобы пройти это испытание сегодня. Так, сколько здесь волн? 2 или 3? 3. Окей. И уровень, да, смотри какой, 14 уже. Давай потихоньку. Кусаем. Так, что он там будет делать, сейчас не знаю. Смотрим. Больно это было, парень. Это было больно и неприятно. Так. Ёлки-палки, оба красных. Оба красных, друзья. По идее, нам нужно с тобой скалотряса уничтожить, если пока не поздно. Больно кусает. Так, а ты-то... Ё-моё. Слушай, а может быть баиньки, а? Давай-ка баиньки. Окей. Так, минусуем. Твою же дивизию. Блин, ну вот не хотел я его будить. Вот серьезно говорю, не хотел. Хотел хильнуться. А он же еще под усиленной атакой. Ох, сейчас кому-то припечатает. Я знаю даже кому. Вот так вот все и происходит. Так, что у нас есть? Хил. Хиляемся. И добиваем. Ну и третья волна, кто у нас тут? Ага, шепот смерти и опять чудовище. Погнали. Здесь почему ребята разбираются они на изи? Потому что это не боссики. Это так, промежуточный бой. Поэтому здесь все так легко. Ну что-то там. Фига он кусает, ё-моё, я в шоке, ребят. От его укусов вот таких вот. Я, конечно, не спорю, он на себя вешает как бы молчанку, но в то же время он ускоряет себя, да, и просто атаку вешает. Усиленную причем. Ну-ка, блин, надо было... А, у нас последняя волна. Ни о каком хиле и речи быть не может, да? Потому что здесь просто надо его пробивать. Давай. Норм. Победушка. Очередной... Что у нас тут? Ну, очередную древесинку мы получаем, ё-моё. Давай дальше. Очередную рыбу, да? Ну, понятно. Так, ну здесь мы с тобой забираем уже пак. Здесь забираем пак, и вот у нас с тобой очередная битва с мини-боссиком. А в конце нас ждет боссера. Это уже будет в следующей серии. Так что давай смотреть, кто у нас тут. Три волны. Уровень 13-14. Оба красных. Так, понятно. Начинается. Тут будет жестко, ребята. Тут пощады не жди от них. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А этот сейчас все равно будет барсика бомбить, да? Нет, нет, не стал барсиком бомбить. Слушай, это нам не нужно пока делать. Давай, наверное, вот так вот. Сейчас, вот этот сейчас укусит. И так больно, блин, ты посмотри, что творит, а. Берем его вот так вот. Этого добиваем. Давай, отхиливайся, ветрокрыл. Ты нам нужен. Так, это был первый удар, да? Раз. Два. Так, сейчас делает второй удар. Трать суперудар. Угу, не хочет. Слушай, я, наверное, сделаю хил. Мы его добьем? Надеюсь, мы его добьем, ребят. Раз. И два. Фух. Так, вторая волна. Блин, синюшка. Синие по красным, да? Бомбят очень сильно. Так, так, давай сюда, наверное. Кто там будет ходить первому? Этот, да? Нет, вот этот. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну давай вот так вот сделаем. Так уж и быть.
Мне нужно, чтобы ветрокрыл жил. Понимаешь? У-у-у. Что это было за атака там? Дешевая такая, я не пойму. Так, ну что, здесь понятное дело, надо хиляться. Тут другого варианта нет у нас. Так, этот пока в слепоте. Этим моментом нужно пользоваться. Раз. Два. Так, отхиливаемся. Кого он там кусать собирается? Понял. Вот так. И нам бы еще бы хила. Сколько? Три энергии. А смысл, да? Смысла нет, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. 15 уровень. Вы серьезно? Подожди, что ты делаешь-то? Мне надо вот так вот. Слушай, даже не знаю. Ну давай попробуем. Я рискну, ребята. Я рискну. Здесь, наверное, нам надо будет отправлять их в сон. Прям сейчас. Прям сию секунду. Я надеюсь, пока громобой будет спать, мы с тобой душители-то как раз и задушим. Но кривоклык подводит. Он его будет. Он его будет. И что он сейчас делает? Это пока терпимо было. Так, я делаю отхил. Так, барсик фигово атакует. Так, кривоклык нормально так ударил. Что ты делаешь? Слушай, он какой-то тут ватный, посмотри-ка на него. Это не тот, который с очками, да, у нас громобой, это какой-то обычный. И разобрали мы его как-то легко. Тьфу. Ну, тем лучше для нас. Ну, а мы крутим наше счастливое колесо. Да-да, счастливее его просто и быть не может. Ай, блин. Ать, я уже в душе подумал, сейчас прилив сил нам прилетит. Прилетело, ага. Так, друзья мои, ну что, 300 цветочков Фрея мы с тобой забираем. И у нас на следующую серию еще даже останется босс. Как ни странно. Ладно, останется и останется, будем с ним разбираться уже позже. Так, здесь у нас где-то должен быть пак, вот он. Давай-ка мы его откроем. Так, монетки, это все понятно. Так, шторморез, шепот смерти, громорог отпрыск и ресурсы, да? Шестеренка, ну так точно. Погоди-ка. Я уже думал, что здесь какое-то опять событие новое появилось, пока мы играли, нет. Обманули меня, обманули. Так, ну что, здесь у нас янтарь есть? Нету янтаря. На обмене, наверное, ничего нового не появилось, да? Абсолютно ничего. Так, ну что, пойдем с тобой на арену. У нас как раз там она опустила уже в плане паков. Давай вот здесь вот заберем. Ну, так, забираем здесь 30 цветочков Фрей. Так, и здесь еще соточка, да, у нас накапала. Нормуль. Так, еженедельная, что тут у нас? Ничего нету. Я сейчас гляну просто кое-что. Что у нас тут подсвечивается? 1170, да? Эксклюзивный мармелет. Ну это же громобой, вихрь. Но у нас такого нету. Или есть? Нету. Эх, золотой набор. Блин, я почему-то думаю, что если я его возьму, мне вот достанется скороскопев. Я не хочу его, ребят, скороскопева этого. Потому что у меня их две штуки. Мне почему-то кажется, что именно он выпадет. Конечно, вот хотелось бы кого-то из этих. Рискнуть, не рискнуть, а? Рискнуть, не рискнуть. Давай рискнем, фиг с ним, ребята. Я рискую. Так, руны, руны, шестеренка. Твою же налево, а? Друзья мои, ну... Ну... У меня просто нет слов. У меня уже... Понятно, у меня уже два в наличии, ты понимаешь? Иди в ангар. Почему я так и думал, что именно он выпадет, а? Вот чувствовало у меня сердце, что выпадет именно этот скользкопев.
Так, ну что, Беззубик, давай-ка мы тебя куда-нибудь отправим. Вон, иди вон, ищи жгучий искр. Поиск. 130. А вдруг нам повезет, а? Подожди-ка, в наличии 0. А, ну в наличии 0. Да, у меня такого нету. Иди. С богом, как говорится, лети. Жгучий искра мне найди. Так, здесь мы с тобой заберем 5 рун. И идем с тобой прямиком на арену. Да, ребята. Давно мы с тобой уже не получали паки вождя, поэтому, я думаю, настало то время, когда надо немножечко заполнить нам, да, эту нишу. Так, смотрим, что у нас здесь. Красный, зеленый и фиолетовый. То есть, та самая стандартная соляночка, с которой я обожаю разбираться. Вот этот меня, конечно, немножко напрягает, но думаю, ничего страшного в этом не будет. Ну и что ты тут? Что ты тут творишь, а? На-ка. Я тоже 14 уровня, поэтому наношу довольно неплохой урон. Так. Кстати, я заметил, что ветрокрыл у нас тоже стал немножечко получше бомбить. Ну, потому что, во-первых, у него уровень растет, да? Правда, он, наверное, никак не сказывается здесь. Так, тихо. У нас выбор. У нас с тобой есть выбор. Мы можем сделать вот так вот. Давай, наверное, вот так вот я сделаю. Атакуй своих. И того, молодец, красавчик. Теперь я вот этого добью. Мне кажется, сейчас будет фаербол лететь. Очень-очень сильно. Да, фаербол прилетел. Но мы выжили. Барсика, конечно, сейчас уложат. Нет, не уложили. Так, давай, наверное, мы их баньки, да, всех. Опа, попал под крит. Ну вот это, конечно, плохо, что мы его сразу же разбудили. Все, Барсик, пока. Ты был хорошим другом. Ну все. Сейчас, ребят, слепоту вешаем. Да можно было его, в принципе, и так разобрать. Но не хочу, чтобы он применял свою суператаку. Понимаешь, да? Давай вот так делаем, хоп. И добивка. Ну что, трех драконов завалили, еще надо 7. Ну, опять же, солянка, только единственное, что здесь громорок, отпрыск, да, и скала. То есть, как бы не особо приятная компания, а еще и... Тихо, тихо, тихо. Надо его как можно быстрее. Блин, он еще и усиление поставил. Блин, фигово. Ну, что ты там? Так, друзья мои, добьем? Да, добили. А вот сейчас будет больно. Сейчас будет разбег, да? Трындец. Под усиление. Ё-моё. Смотри, что вытворяет. Это плохо. Это, друзья мои, плохо. Спать давай. Пускай спят. Нам нужно вот этого разобрать. Как можно быстрее. Иначе он сейчас будет тут глушить нас налево и направо. Ого! Ты, парень, не оборзел ли, а? Блин, ребят, сейчас добьет. Ай, как было это больно. Ребят, ну, Барсик... Вряд ли он один здесь справится, потому что его сейчас оглушат. Оглушат, ударят, потом опять оглушат. И в итоге мы сфейлимся здесь. Тут мы, к сожалению, ничего с тобой сделать не сможем. Правильно кто-то писал, что Барсик, в принципе, бестолковый. Дракон вообще бестолковый. И я могу только согласиться. Да, Костолом нас просто сломал. И я, друзья, решил поменять Костолома на... Да, на чемпиона, на стальной капкан. Пускай этот парень хоть не такой живучий, но урон он наносит знатный. А тот даже за себя постоять не может, понимаешь? Этот хотя бы может еще повесить дебаф на понижение атаки. Так, ладно, приготовимся. Так, ага.
Они сразу начинают атаковать, кто самый маленький, кто самый слабый. Хотя нет. Ой-ой-ой, да хорош. Блин, ты посмотри, а. Так. Кто будет там ходить-то? Скалотряс, да? Ну, допустим. Допустим, мы сделаем так. Сюда. Этот, скорее всего, добьет, друзья. Он добьет нам. Чепушило чертов, а. Ну что, будем мстить? Конечно, будем мстить. Пошел отсюда. Иди гуляй, Вася. Слушай, ну великолепен стальной капкан. Я представляю, если бы он был у меня 14 уровнем, что бы он тут вытворял? Он бы так отжигал бы по полной программе. Ну, а так мы с тобой победили. Какой нам там пак выпадет? Покажите мне, пожалуйста. Ну, обычный. Что у нас тут с тобой? Значит, 15 и 13 уровень синюха. Синяки, короче. Так, шипорез тут, смотрю, сидит. Шипорез. Ну, мы начинаем... Блин. Тут и громорога, в принципе, нужно уничтожать, да? И шипореза. Громорог бафает их всех. А этот атакует сильно. Че вот будем мы с тобой делать? Я даже не знаю, ребят. Сейчас будет баф, скорее всего. Точно. Трындец. Так, ну у нас с тобой вариант. Знаешь, что я, наверное, сейчас сделаю? Я вначале просто ударю. Сейчас кого-то мы лишимся, скорее всего. А нет. Теперь мы отправим их спать. И будем потихоньку по одному уничтожать. Начну, как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Трындец. Усыпил, называется. Да, стальной капкан в этом плане нам, конечно, тут сейчас удружил. Офигеть как. Ну ты сам видишь, что тут происходит. Да. Ну давай. Они причем, блин, усиленные все. И этот, и тот. Давай так, наверное, сделаем. Так, сейчас сходит этот. Уничтожен, наверное, мне. Ага. А этот что будет делать? Баф свой? Хе-хе-хе-хе. А вот теперь-то мы потанцуем. И сделаем это красиво. Давай, бомби своего кореша. Давай, давай, супер атакой. Вот, молодец какой. Слушай, мы выкрутились. Да? И это круто. Тут по-другому не скажешь. Люблю такие вот разные тактики. Ну вот и пак. Давай-ка мы откроем и посмотрим, что нам там выпадет. Кревет, громель, шторморез, шепот смерти, экзотический, дымодышащий. О, грозокрыл. Так, погоди-ка, грозокрыл, а у меня его... У меня его нету или есть он? Погоди-ка, я что-то не понял. У меня там было показано 4 из 4. А, у меня, скорее всего, нету его, да? Ну-ка, вот он. Получить дракона. Где его получить? Фиг его знает, ребята, он уникальный. Да, ну что, так, заберем здесь награды, наверное. И пойдем с тобой... Что тут, наездники? Пойдем с тобой за следующим паком. Кстати, сказали, что здесь можно получить... Цветочки Фрейи, давай попробуем. Нет, нам достался с тобой янтарь. Кстати, это тоже неплохо. Янтарь очень даже пригодится. Ну что, мы с тобой продолжаем. Да, у меня все ячейки забиты. Кстати, из паков нам ничего путевого не досталось. Обычные паки. Так, фиолы. Блин, уровни уже идут, 15-й, 16-й. То есть справляйся с ними как хочешь. Так, ну что, два фиолетовых. Вот вам, для начала, для разгрузочки, да? Эй, промахнулся. Ну, бас, получи теперь. Ну ты-то что лезешь, а? К столу. Тебя сюда звали вообще? Слушай, мы, наверное, не будем пока ничего тратить. Накопим энергию, да? Ой. Ой-ой-ой, потеряли, что ли? Офигеть. Стальной капкан просто вылетел из наших рядов. Просто пулей.
Так. Спи, я тебе сказал. Вот. Так, ладно, добьем его сейчас. Теперь займемся вот этим вот чудиком, да? На тебе. Блин, я не хочу, ребята, чтобы вот этот проснулся. Так. Что-то они тут промахиваются, и это круто. Не-не-не, куда ты встал-то? Куда ты проснулся-то? Спать, я сказал. Баю-бай. Норм. Блин, теперь будем его сразу же, а? Ну что ж ты будешь делать? Хиляется. Ребята, он хочет выйти на ничью. На ничью. Не должны мы ему этого позволять. Да иди ты. Так, если я его усыплю... Да, я его, наверное, усыплю. И кусану. Добить сможем? Е! Скрита прошло. Ну что у нас тут? Солянка, как ты видишь, да? Все 15 уровня. Поехали. Бесевая скала здесь. Ой-ой-ой. Как он больно-то бомбит. А ну-ка на. В ответочку тебе. Да хорош. Достали, а? Так, вот тебе еще не хватало здесь. Че не позволяют тебе, а? Скажи-ка мне на милости. Замедляшка, да? Это будет замедляшка. Да. Сделаю так. Блин, еще удары, нам крышка. И нам крышка. Этот, наверное, добьет подхалим. Не вышло, да? Пока. Так, теперь мы попробуем сюда бомбануть. Ну, ветрокрыло в любом случае завалят. Да ладно, не верю глазам своим. Просто какое-то чудо было сейчас. Окей. Так, ну этот ханурик сейчас, понятно, уничтожил все-таки, да? Добивка. Ну, а теперь берем с тобой сардельку. Блин, вот если бы у меня была бы сарделька 15 уровня, я бы ее брал обязательно в команду к себе. А так как она всего лишь 10-го, я ее, ребята, из-за этого исключил из нашей команды. Только лишь из-за того, что маленький уровень. Я только сейчас заметил, что он там, викинг, жарит мясо. Гаденыш. И не делится, самое главное, что смотрит на наши бои, а мяском не делится. Кстати, я забыл посмотреть, какого уровня у нас кревет. Может быть, его стоит уже брать в нашу армию, а? После этого боя обязательно посмотрим. Так, тихо. Тихо, родные. Да что ты будешь делать? В плане, я даже ничего не успел сделать. Они уже сходили и бафнулись. Зашибись. Ну чё, я не знаю, что теперь делать. Тьфу. Отлично, я тебе скажу. Они тут разыграли партию. Кто там будет первым ходить? Этот олух, да? На тебе. Никакой усиленной атаки. Ай-яй-яй, по-моему, ветрокрыло сейчас уничтожат. Да, ребята? Вот так вот они его. Да вы, блин, совсем что ли оборзели, а? Тут вообще, ребята, катка проиграна просто в хлам, понимаешь? Просто в хламину мы проиграли здесь. Тьфу. Зашибись. Просто за 3 секунды. И благодаря вот этому говнюку, других слов нет у меня. Не, ребят, тут все, тут бесполезно. Тьфу. Зашибись. Я только одним сходил, они успели здесь сходить, пробафались по полной программе и разобрали просто мою команду, вот и все. Так, ну что, давай посмотрим, где у нас кревет. Вот он, 12 уровня, да? 12 уровня. Давай-ка я его попробую вот сюда вот взять. Вот таким вот образом. Так, а ветрокрыло? Штормореза, может быть, мы возьмем вот сюда. Вот давай вот так вот глянем. Будет у нас как бы такая вот экспериментальная битва. Кревет, шторморез и кривоклык. Мне просто самому интересно, что у нас из этого получится. Ну-ка. В плане? Ты вот издеваешься, что ли, надо мной? Это ты вот так вот кусаешь? Ничтожно мало.
Да, друзья мои. Что-то как-то... Не... Ё-моё! Что это... Это что, ребят, за фигня такая, а? Я не понимаю. Что они тут вообще вытворяют? Ну, допустим, сделаем так. Так. Пока, кревет. Чё-то мне не нравится все это, друзья. Чё-то вообще не нравится мне. Ну и что вы прикажете делать? Сюда бомбить? Н-н-н. Не самый лучший вариант, согласись. У нас с тобой здесь был не самый лучший. По-моему, нам крышка здесь. Друзья, по-моему, кранты. Что я тут могу сделать? Ну, так вот только если. Ну, укусит он этого, да? Это сейчас сделает нам супер удар, все, короче. Чё за дела-то, я не могу понять. Чё за фигня пошла такая, а? Так, друзья мои, я вернул свой старый состав. Фиг с ним, что Барсик слабый. Но, как бы тебе это объяснить? Мы проигрываем такой командой намного реже. Когда начинаешь что-то менять, тут начинается фейл за фейлом. Так что давай-ка посмотрим, что у нас из этого получится. Тут только спасает нас уровень 14-14. Мы как бы еще выживаем. Там 11-12, они просто рвут в клочья. Так, ну мы Барсика теряем с тобой, это понятное дело, да? Мы потеряли. Так, теперь делаем заморозку. Окей. И начинаем калашматить вот этого хламона. В плане, вон, блин. Я в шоке просто от этого всего. Ну, серьезно, ребят, ну. Так, что вот нам с тобой делать? Хиляться или бомбить его? Бомбить. Вот, он наш. Он наш теперь, все, друзья мои. Я на расслабоне. Нам вот эти вот три дракона позарез как нужны, потому что после них мы возьмем с тобой уже пак вождя. Ну, что ты там делаешь? Так, кусаем и добиваем. Упс. Твою ж дивизию, надо было. А ведь можно было обойтись и без этого. Что ты делаешь там опять? По два раза ходит, вообще, я офигею с них, ребят. На мне не было никакого замедления, ничего, а он ходит по два раза. Ладно, главное, что пак получим. Ну-ка, что ты там для меня припрятал? Да, ага. Криво-крив. И все? Да, друзья мои, и все. Так, ну что, в следующей серии мы с тобой должны будем пройти обязательно. Вот это вот. Правда, у нас с тобой мало энергии, мало хила. Но я думаю, мы справимся. Надеюсь на это. Ну, а в остальном, в принципе, мы все с тобой сделали, да? Все работают, все у нас качаются, прокачиваются. Все у нас на мази. Так, что такое? Ага, ничего. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.